Так, тут наехала. Смотрим, куча тралов, сразу куча перекупов тут. Сейчас будем искать этот Peugeot. Тут точно нету Peugeot 3008. О, уже тут перекупы. Так, тут тоже нету. Но она на трале заехала, нам сказали. Сейчас будем искать. Короче, перекупов пиздец, гора сразу. Самый первый стоит Renault Scenic. На симпатичных дисках. 2006 год. Цена 2,099 евро. Пробег 236 тысяч указан. 1,6 бензин-газ на механике из Голландии. Симпатичный Scenic. Так, рядышком тут у нас Hyundai i30 за 2699 евро, 2009 год, пробег 279 тысяч, 1,6 бензин, из Голландии тоже. Какая-то тут левая ручка у него стоит. Но это не страшно, я так думаю. Так, в целом, неплохо выглядит. Opel Meriva. За 2299 евро, 2008 год, пробег 235, 1,6 бензин. Из Италии автомобиль. Kia Ceed. За 2699 евро, 2008 год, пробег 229,5 тысяч, 1,6 бензин на механике, из Германии автомобиль. Ford C-Max. С панорамной крышей. Симпатичный салон. Полностью панорама. На механике. За 2399 евро получаем 2007 год, 7 месяц, с пробегом 227 тысяч, 1,8 бензин механика, из Голландии автомобиль. Opel Zafira. Симпатичные тут стоят машинки у них на этой площадочке. Opel Zafira за 1499 евро. Это 2004 год у нас. 1,8 бензин механика. Автомобиль из Голландии. Пробег 194 тысячи. Hyundai Tucson
тоже весьма неплохо выглядит. С порогами. С какими-то тут элементами. Но я думаю, это все китайская фигня. Но выглядит неплохо. За 3899 евро, 2007 год, пробег 200 тысяч, из Германии, 2-литровый бензин. Кстати, заказали одному клиенту, сейчас едет у нас автомобиль из Италии в Украину, тоже Hyundai Tucson, но там 2007 год, газ, бензин, приобрели его за 3300, ну дешевле, чем в Литве, состояние, ну не думаю, что хуже этого, а то и лучше. Так, Skoda Fabia. За 2899 евро 2009 года, пробег 206 тысяч, 1,4 бензин на механике. Тоже 2009 года мы весной отправляли клиенту такую же Шкоду, даже в таком же самом цвете. За 2600 взяли при цене 2900, то есть точно такая же цена была, точно такая же машина. Так, рядом Октавия. За 1599 евро, 2000 год, пробег 181 тысяча указано с половиной, 1,6 бензин механика из Голландии. Ну, пробеги тут у них, я вам хочу сказать, вопрос спорный, надо каждую машину проверять индивидуально. Тут у них колеса продаются сразу. Так, этот Vensis без цены у нас. Дальше смотрим, там какая-то замученная Зафира стоит. Сейчас посмотрим, что за нее хотят. За 899 евро, 2001 год, 1,8 бензин, автомат. Ну такая она, уставшая, сразу видно. Тут Зафира без цены, этот без цены автомобиль. Avensis без цены. Тут без цены тоже Passat. Смотрим. Volkswagen Golf Plus. Отсутствует на омывателе фар накладка. Здесь она есть. Такой вот Volkswagen Golf Plus. Кто-то в комментариях писал, что это Golf 6, но это ошибка. Это Golf Plus у нас. За 3999 евро, 11 год, 1,6 бензин. Так, тут сверху уже пошли сколы над лобашом. Надо сразу заделывать. Так, дальше. Nissan X-Trail. года. 2,5 бензин. Цена, к сожалению, не указана. Так, там дальше стоят. Стоит замученная Шкода. А может и не замученная, а просто грязная. Цены на ней нет. Дальше тоже автомобиль без цены. Эти автомобили без цены, возможно, они не продаются, а возможно и продаются, но цена на них не указана. Сейчас посмотрим, тут еще есть парочка автомобилей, сейчас мы их снимем. Golf 4, я думаю,
ли не один из самых популярных автомобилей в Украине. Гольф 4 с мотором 1.6 бензин на механике из Голландии. Цена 1499 евро, 2003 год, пробег указан 255 тысяч с половиной. Так, Шкода Октавия в универсале. €2299, 2005 год, пробег 210, 1.6 бензин, механика. Из Голландии вот такая вот Шкода. Имеются тут подертости на арке, какие-то дефекты. Короче, по рогам тут уже, грубо говоря, не в самом они хорошем состоянии. Сейчас посмотрим, с этой стороны заглянем. С этой стороны у нас аналогичная ситуация с арками. Тоже пороги уже надо будет делать. Ну, как говорится, какая цена, такая машина. Так, Opel Zafira. Выглядит вроде бы неплохо. За 1399 евро, 2003 год, 7 месяц, пробег 213 тысяч, 1.8 бензин. Ford Focus в универсале. Судя по всему, из Финляндии. Потому что имеется здесь такая вот у них розеточка для подогрева радиатора. Они подключаются, у них столбики на парковках стоят. И они подключаются и прогревают автомобили с помощью электричества. Потому что у них там лютые морозы. И чтобы не было проблем с заводкой. Ну и не только лютые морозы, а и лютая влага у них есть. Потому что крыло уже на замену. Там, скорее всего, уже дрень. Дальше тоже какие-то там идут коррозии. Так, 1899 евро за 2009 год. Пробег 232 тысячи с половиной. 1.6 дизель механика из Голландии. Но это его привезли, наверное, из Голландии, а в Голландию он попал или из Финляндии, или со Швеции откуда-то, ну вот, где у них там подогрев этот есть, скорее всего, из Финляндии. Так, Peugeot. Универсале у нас за 1599 евро, это 307, 2007 год, 12 месяц, пробег 238, 2 литра бензин, механика из Голландии тоже. Так, это у нас получается последний автомобиль на этой площадке. Поедем дальше или не поедем на другие площадки, сейчас пока не знаю, потому что согласовываем Toyota Corolla Verse с клиентом. Ждем от него окончательный ответ. Да-да, нет-нет. И будем дальше уже определяться.
Вон стоит Peugeot 3008 наша, походу. Сейчас посмотрим ее. Спущенные колеса. Вот такая вот Peugeot. Сейчас будем смотреть ее. Да. Вот что было орать с самого утра, что мы опаздываем, если машина еще не выгружена. Как ее проверить? Надо ждать, пока она съедет отсюда. Сейчас пойдем посмотрим с другой стороны ее. Ну, вроде визуально ничего так. Это у нас 2-литровый дизель автомат. Что там говорит она? Есть какие-то прочуханы мелкие. Сейчас выйдем на видеосвязь с клиентом, покажем ему.